продолжается бессмысленная стрельба. У нас еще один чувак с миниганом, по-моему, его зовут Джейн или как-то так. Да блин, он попал мне. Щит, отстань. Наверное, обслюнявить меня еще хотел, наверное. Точнее, не меня, а Аду. Аду не любит, когда ее слюняют. Очень не любит. Она прям злая становится. И обслюнявленная. Так. Надо добить этого, чтобы он больше не приставал к девушкам. Мне кажется, он идет по мою душу. Так, ладно, давайте тогда его здесь встретим. По идее, он должен появиться из этих дверей. А вот и он. Ха-ха-ха, один выстрел. Да, ты нуб, чувак. Ты реально нуб. Хорошо, хорошо. Джея мы убили. Тут еще придурки, которые убивают сами себя с помощью гранат. Проходим сюда. Сбиваем каску с чувака. Двери они заперли, идиоты. Как будто Аду вон можно остановить какими-то дверями. Или дверьми, как правильно. Дверьми. Все, хватит. Хватит произносить труднопроизносимое. Говорю я сам себе. Так, бла-бла-бла. Забираем патроны для пистолета. Кстати, 15 штук выпало. Это очень круто. Открываем дверь. Набегают дебилы. Мы их убиваем. Наверное, лучше кинуть туда в толпу прямо гранату, чтобы не париться. Бум! Есть патроны для пистолета. И более-менее патроны для пистолета у нас есть хотя бы на 2 обоймы. Это МП тоже. Что очень круто. Двери тут смысла нет открывать. Они и так заперты. Так что просто выходим отсюда. Навстречу неизвестности. Ахаха. Итак, здесь нас ждет третий образец флаги. Только нам нужно его достать. Желтая трава здесь. Давайте совместим ее с чем-нибудь сразу же, чтобы место оставалось. Забираем ручную гранату. Че уставился? На. Ломаем придурка со щитом. Умер. Был. Меня так прикалывает, когда выстрелишь в плечо, они начинают так, они так смотрят на тебя прям. Типа, плечо, это же мое плечо, чувак, ты прострелил мне плечо, какого хера? Какого хера, чувак, у меня же течет кровь, господи, ты мне кость сломал. Вот, а потом, когда они разворачиваются, сразу получают в голову и успокаиваются. Итак, третий образец у нас... Даже не знаю, что с ним делать, куда его положить. Ну, давайте вот тут. Зеленую траву мы просто съедим. Итак, третий образец есть.
четвертый находится очень далеко от нас. Ну, не так далеко, как хотелось бы, но все-таки далеко, да. Ну, точнее, близко он находится в лаборатории, скажем так. Итак, идем дальше. Выбиваем ногами двери, потому что выбивать ногами двери — это круто. Не хватает места, ну, не знаю даже. Ладно, пусть пока полежит. Сейчас мы потратим патроны. Место у нас освободится обязательно. Промахнулся. Привет. Ох ты, да ты еще и приседать умеешь. В голову сразу получил. Так, сзади тут никого нету, а то что-то как-то мне сыкотно. Еще один доллар. На, я... Давай, подходи, подходи поближе. Мне, конечно, патронов на всех не хватит, но... такими вот разбежками ударами можно вас всех убить. Да! Красиво. Вот люблю, когда... И прям ровно-ровно последним патроном я его добил. Точнее, последним ударом, но последний патрон. И у нас... как раз таки и хватает места, чтобы положить туда патрон для ТМП. Так, здесь у нас красная трава. Нам ее некуда положить, так что пока пусть останется за бортом. Потом подниму ее. Обязательно, конечно же, тут каждая вещь на счету. Еще патрон для пистолета, но тоже же их потом подниму. Пока что. Опять же, у меня нету места. Вот так вот. Пусть пока останутся, мы потом их заберем. Опаньки, дверь закрыта. Это ловушка, ребята, бежим. Бежим, только некуда бежать. Ладно. Хорошо, что есть граната. Хорошо, что мы играем от третьего лица, и мы можем посмотреть за угол. Ребят, вы чё? Не придете, что ли? Я таким за угол, потому что я не хочу. Вот так вот. Все мертвые. Обожаю боевую гранату. Просто обожаю. Давайте кинем под Джея боевую гранату. И... попробуем его снять. Промахнулся. Вот сейчас попал. Так, здесь нам нужно... Отлично, отлично. Лекарства сразу же нам дали. Патроны. А, это, видимо, из дверей вышли. Просто я немножко не понял сразу, откуда был этот звук. Этих двоих и идем вниз забирать все то, что мы оставили. Перезаряжаем пистолет, конечно же, выходим, идем дальше на пути к лаборатории, где нас ждет четвертая плага.
Четвертый образец, точнее. Травушка, муравушка. Так куда ее положить-то я не знаю. Давайте совместим с чем-нибудь. И патрон для ТМП. Ну, патрон для ТМП это круто. Итак. Ну и выходим отсюда. Именно за этой дверью нас ждет последний, ой, точнее предпоследний образец плаги. Последний образец плаги у Краузера.